Глава третья. Лучший друг. День выдался пасмурный. С самого утра город затянуло плотным слоем графитовых туч, а время от времени моросил мелкий противный дождик. Павел завез Женю к Лене и поехал за Верой. У той была и своя машина, но большую часть времени она находилась у брата, который уже несколько лет копил себе на новую. Дворники лениво ходили по лобовому стеклу. Сыщик зевнул. Ночка вновь выдалась бессонной. Под глазами прорисовывались темные круги. Просидев за документами до половины второго, он совсем не заметил времени, из-за этого едва не проспал утром. Дневник режиссера был написан от руки корявым почерком, поэтому читался с трудом. «Привет», — Вера уселась в машину и улыбнулась. «Привет, как спалось?» «Хорошо, но мало. Ты, я вижу, тоже». «И плохо, и мало. Снилась всякая чушь. Начитался тут Дракулы местного пошиба». Он указал на сложенные на заднем сиденье папки. «Да и фильм его вчера посмотрел перед сном. Такая муть!» «Я предупреждала», — пожала плечами Вера. «Нашел у человека нашего. Он наверняка знает, был ли фильм». «Да? И кто?» Лаврецкий в своем дневнике постоянно обращается к какому-то Аркадию, но я в сети пошерстил и наткнулся на одного. О нем забыли еще лет 20 назад, но адрес достать удалось. Живет у сына, 80 километров отсюда. Если договоримся о встрече, то я туда. Поедешь со мной?» «Сударь, кто вы? Не вы ли дали мне отповедь по поводу дебрей?» «Ты почитай его дневники». Павел вновь покосился на папке. Воображение нарисовало в голове лицо Наташи. «Мне самому интересно теперь, что там произошло. Того, глядишь, и убьем двух зайцев одним выстрелом, найдем киношку и разгадаем загадку убийства нашего гения. А потом? Станем известными, снимем документальный фильм, напишем книгу, продадим сценарий, переедем в столицу». Павел улыбнулся. «Ну-ну, ты за дорогой следи, мечтатель». Павел притормозил перед пешеходным переходом и пропустил пожилую женщину. Несколько часов они потратили на отсеивание ненужной информации и поиск нужной. Номера телефонов становились столбиком в блокноте сыщика. Он делал пометки, подчеркивал красной пастой особенно важное, искал информацию в сети, звонил в архивы и отделение полиции. Теперь пришло время важных телефонных звонков. Он посмотрел на исчерканный листок блокнота и набрал номер. На киностудии ему ответили приятным женским голосом. Павел машинально поправил галстук и представился. «Здравствуйте, мое имя Павел Ковалев, я занимаюсь частным сыском. Меня наняли для поисков некого фильма, снятого по заказу вашей киностудии в 1989 году. Тут весьма странный вопрос». Павел прочистил горло. «Я, честно говоря, не знаю, был ли фильм снят до конца. Я посмотрел в интернете, но никаких данных не нашел. Не могли бы вы мне помочь? Если существуют кадры этого фильма, нельзя ли мне взглянуть на них?» «Возможно. Что за фильм? Кто режиссер?» «Лаврецкий. Борис Лаврецкий. Дело в том, что у меня лежат его дневники. Тут ясно сказано, что для фильма все было подготовлено и даже назначена встреча до начала съемок. И дальше пустота. Страницы утеряны». «Может быть, название фильма?» «Наташа. Фильм называется «Наташа». Но вполне может быть, что это рабочее название». «Минутку. У меня такой информации нет. Может, вам следует поговорить с архивом? Но думаю, что фильм свернули. Лаврецкого убили ведь в 89-м». «Да, его убили в октябре. Съемки были назначены на июль. Насколько мне известно, Лаврецкий часто работал с коротким метром и, ко всему придачу, был не занят в октябре». «Съемки — это одно, но работа над фильмом длится еще довольно долго. Монтаж, звук. Тем более фильмы, которые он снимал, обрабатывались еще долгие месяцы после съемок. У него был весьма необычный подход к работе». «И что, работа велась без участия режиссера?» «Маловероятно, но все же возможно». «Мне нужно подать заявку в архив или как это работает?» «Личное присутствие в архиве. Файлы не высылаются. Требуется заявка. Вам назначат встречу. Но все может продлиться с месяц-два». «Так долго? А как-нибудь побыстрее нельзя?» «Не знаю. Поговорите с архивом. Вас соединить?» «Будьте добры. Спасибо вам». «Не за что. Удачи в поисках. Соединяю». После нескольких гудков на той стороне сняли трубку. Ответили грубым мужским голосом. Павел вновь объяснил суть проблемы. «Через 3 недели
у нас есть окно. Вас устроят? Вы так и так должны еще раз с нами связаться. Прямо сейчас на руках никакой информации у меня нет. На поиск у меня уйдет день. Позвоните завтра в это же время. А никак раньше нельзя? 3 недели – немалый срок. К сожалению, нет. Может, договоримся, а? За мной не заржавеют. Позвоните завтра в это же время. Обнадеживающим голосом проговорил мужчина. Спросите Андрея. Я попробую что-нибудь для вас сделать, если прямо срочно нужно. Вот спасибо. Очень срочно. До завтра. Павел набрал следующий номер. Добрый день. Он улыбнулся, рисуя в воображении лицо человека на другой стороне. Ему ответили уставшим женским голосом явно не молодой особы. «Меня зовут Павел Ковалев, частный детектив. Насколько нам известно, некий Аркадий Крючков проживает у вас. Я не ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь», — ответил усталый голос. «Только Аркадий Крючков вряд ли станет с вами говорить. Он вообще ни с кем не говорит». «А что с ним?» «С ним старость и болезнь. Я могу передать трубку моему мужу, Олегу Аркадьевичу». «Не будете так добры?» «Подождите минутку». Послышалось шарканье шагов. Разговор. «Крючков». «Олег Аркадьевич, здравствуйте. Меня зовут Павел Ковалев, частный детектив. Ваша жена уже сказала, что ваш отец Аркадий Михайлович болен. Скажите, он совсем не говорит?» «У него старческое слабоумие, деменция. Не думаю, что ваш разговор принесет какие-то плоды. А в чем, собственно, дело?» «Аркадий Михайлович был близким другом режиссера Бориса Лаврецкого. Мое расследование связано с последними днями жизни режиссера. На моем столе лежит его дневник, а точнее письма вашему отцу, написанные за несколько месяцев до убийства». «Вы можете попробовать его сами спросить. Время от времени разум возвращается к нему, но обещать ничего не могу». «Да? Это было бы здорово», — Павел улыбнулся. «У вас найдется часик для меня сегодня?» Крючков-младший согласился на встречу при условии, что ему позволят заглянуть в дневники Лаврецкого. Павел, хоть и не был воодушевлен таким предложением, все же согласился. А что ему оставалось делать? С чего начать расследование? Но все-таки настоял на том, что никаких копий с документов на этом этапе снимать не позволят. Его терзали сомнения. Наверняка Крючков согласился на встречу только из-за дневников. А если это так, то, может, и поговорить с его отцом не удастся. Стоит ли терять время? Через 1.5 часа он заехал в тихий городок, усыпанный частными домами и редкими панельными пятиэтажками. Семья Крючковых переехала сюда в начале 90-х, когда Аркадия Михайловича отправили на пенсию по инвалидности. Они проживали в частном секторе на окраине городка. Дом их стоял на берегу широкой ленивой реки. Построили его, вероятно, еще до революции или сразу же после. Бревна почернели, дом осел под напором лет. Павел поставил машину перед деревянными воротами, окрашенными лет 20 назад, в болотно-зеленый, и вышел на улицу. Приезд его ознаменовался лаем десятка собак с разных дворов. Отворив дверцу палисадника, он постучал в низкое окно и стал ждать. Из-за забора послышалось грозное рычание пса, затем скрип двери и голос хозяина. «Зевс, тихо! Я сейчас!» Заперев громовержца в конуре, хозяин дома открыл дверь. Это был немолодой 60-лет мужчина в серых дешевых брюках, в тапках на босу ногу и вязаном свитере, повидавшем виды. Макушку его седой головы украшала плешь. Он смерил Павла тяжелым оценивающим взглядом из-под кустистых бровей. Сыщик улыбнулся. «Здравствуйте, Павел Ковалев. Мы разговаривали по телефону». «Здравствуйте, да, я помню», — проворчал хозяин и впустил Павла во двор. «Проходите, я собаку выпущу». Павел взобрался на крутое крыльцо и зашел в помещение со стеллажами, заставленными кастрюлями, ведрами и прочим скарбом. Крючков нагнал его и впустил в дом. Они оказались на кухне. Весь интерьер состоял из стола, 4 стульев, серванта без стекол, газовой плиты и холодильника, покрытого наклейками от жевательной резинки. Сбоку стояла печь с взгроможденными на ней кастрюлями и сковородками. На потолке голубая в цветочек клеенка. Внутри пахло старой одеждой, лекарствами и жареным луком. Прав был Лаврецкий. «Разувайтесь, проходите», — Крючков указал на стол. «Отец пока спит, но вот-вот должен проснуться». Они уселись за стол. В кухню вошла полная женщина 60 лет. Павел привстал и поздоровался, представился.
«Здравствуйте. Чаю хотите?» Не дожидаясь ответа, она поставила чайник на плиту. «Да, спасибо». «Покажите мне письма», — сказал Крючков. «Оригиналов у меня, как я уже говорил, нет. Да это и не письма, в общем. Дневник. Вот тут копии из тех, что у меня есть». Хозяин дома кряхтя уселся на стул, насадил на нос толстые в роговой оправе очки и раскрыл предложенную папку. «У вас с отцом были близкие отношения в конце 80-х?» «Обычные отношения. Отец и взрослый сын. У него была своя жизнь, у меня своя. Он очень занят был всегда, поэтому сильно не интересовался моими делами. Я его забрал к себе. Врачи сказали тогда, что жить ему осталось с годик-два. Уже 22 года живет у меня». По тону Павел не понял, сетует ли сын или рад за отца. «А вы были знакомы с Борисом Лаврецким?» «Конечно. Он частенько у нас в гостях был со своей женой». «А с фильмами его знакомы?» «Смотрел как-то, но не осилил». «А после того, как его жена умерла, ваш отец часто общался с Лаврецким?» «Я не знаю. У меня тогда уже своя семья была. Папа был на ее похоронах, а общались ли они потом, без понятий». «Ну, может, он что-нибудь рассказывал? В дневниках говорится о неком фильме, последнем фильме Лаврецкого. Вопрос в том, сняли его или нет». «Я не знаю. Откуда у вас эти записи?» «Меня наняли, чтобы я нашел этот самый фильм». Из соседней комнаты послышалось старческое кряхтение. Крючков встал и вышел из кухни. «Проснулся?» — крикнул Крючков. Видимо, Аркадий Михайлович был ко всему в придачу глухим. «К тебе человек пришел!» Из-за стены Павел услышал невнятное приглушенное бормотание. В кухню вновь вошла хозяйка. Она налила чай в высокий граненый стакан в подстаканнике и подала Павлу. Поставила перед ним сахарницу и сливки. «Спасибо. Чай оказался крепким и на редкость вкусным». Через несколько минут в кухню вошел Крючков, толкая перед собой инвалидное кресло, в котором сидел высохший старик с пустым взглядом. Кожа казалась почти прозрачной. Виски старика покрывала сетка тонких черных вен. Рука, находившаяся на подлокотнике, дрожала. Над головой висела неподсоединенная капельница, наполненная мутноватой жидкостью. Сквозь седину редких волос виднелась покрытая пигментными пятнами кожа. От правого плеча по шее вверх полз шрам от ожога. Он съел половину затылка, уха и шел дальше наверх до самой макушки. Растительность с этой стороны была совсем жидкой. Павел встал со стула, старик оглядел его безразличными глазами и повернул голову в сторону. «Кто это? Кто это? Кто это? Кто это?» — затараторил он. «Здравствуйте. Мое имя Ковалев. Я занимаюсь частным сыском». «Говорите громче, он не слышит вас», — сказал Крючков. Павел повторил громче, а старик отвернулся совсем уж неестественно и продолжал. «Кто это? Кто это? Кто это? Кто это?» «Он со сна ничего не соображает», — объяснил Крючков-младший. «Подождите 5 минут. Я хотел бы в тишине взглянуть на дневники. Вы не против?» «Да, конечно, пожалуйста. Только фотографии мне оставьте, чтобы я мог показать их вашему отцу». Павел встал и отошел на несколько шагов назад, чтобы не смущать больного. Старик оттягивал голову в сторону, чтобы избежать встречи со взглядом незнакомца. Павел подошел к холодильнику и, машинально, ни о чем не думая, начал разглядывать наклейки на дверях. Когда до него дошло, что вряд ли взрослые станут заниматься подобными искусствами, в дверях показалось симпатичное создание женского пола, 18 лет от роду. «Здрасте». Создание просканировало сыщика оценивающим взглядом. «Привет». Павел приподнял руку и натянуто улыбнулся. «Деда, я на часик». «К обеду не опаздывай», — строго сказал Крючков-младший. Девушка вновь посмотрела на Павла и улыбнулась. Через секунду она скрылась в тени прихожей. «Внучка», — объяснил Крючков, — «она с нами живет». «Опять курить пошла», — проворчала жена. Крючков беспомощно вздохнул и развел руками. «Я курил, и ты курила в ее возрасте». «Кто вы?» Голос старика стал твердым. Взгляд его действительно прояснился. Он посмотрел на Павла и совершенно неожиданно для того вдруг заговорил спокойным и размеренным старческим голосом. «Как вы сказали, вас зовут?» «О», — растерялся сыщик. «Ковалев. Павел Ковалев. Я занимаюсь частным сыском». «Что вам от меня нужно?»
Мой клиент — коллекционер. Извините, Павел прочистил горло. Он собирает различные произведения искусства. Он очень большой поклонник вашего друга, Бориса Захаровича Лаврецкого. Боря? Старик вдруг вновь помрачнел. А где он? Где Боря, сынок? Папа, Борис Захарович погиб 30 лет назад. Ах, да. Извините, молодой человек. Мой рассудок уже не тот, что был раньше. Я помню. Бедный Боря. Ничего страшного. Я, собственно, с одним вопросом. Вы помните его дневник, который он вел, когда жил в деревне? Он писал вам письма? Конечно, помню. Боря лечился. Он страдал от алкоголизма. В своих письмах к вам он говорил, что вновь взялся за работу. Это правда? Он хотел написать книгу. А фильм? Вы помните о фильме? Какой фильм? «Наташа». Фильм называется «Наташа». «Наташа». Она... Наташа. 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 Она еще там? Я не знаю, там она или нет. Вы, честно говоря, первый, к кому я обратился. Папа, посиди пока молча. Приди в себя. Сын погладил отца по плечу. Не воспринимайте его слова буквально. Ему еще нужна минутка. Да, конечно, ответил сыщик. Да, конечно, повторил за сыщиком старик и плотно сжал губы. Он сидел так, глядя в одну точку, минуты три. Затем вдруг чавкнул губами и сказал. «Он ведь не знал, что болен». «Кто болен?» «Борис. Борис был болен. Хотя, не знаю, верное ли слово «болезнь». «А какое слово верное?» «Не знаю». Лицо старика все еще было повернуто в сторону Павла, но глаза его устремились вверх. Он стал похож то ли на слепого, то ли на аутиста. «Он снял фильм или нет?» — тихо спросил сыщик. Старик вдруг заплакал. Глаза его вновь помутнели и забегали из стороны в сторону. Подбородок задрожал. «Аркадий Михайлович, успели вы закончить фильм?» «Борис, он не пил больше. А Наташа? Все хотели ее». Павел не понял, имел в виду старик фильм или все-таки актрису. Он повторил вопрос. «Аркадий Михайлович, был фильм или нет? Успел Борис Захарович закончить работу? Наташа, где она?» С этими словами Павел взял фотографию актрисы и показал старику. Лицо Аркадия Михайловича вдруг исказилось в диком ужасе. Как и при встрече с Павлом, он отвернулся. Грудь его начала судорожно вздыматься. Он пискнул, и комнату заполнил зловонный запах испражнений. «Она все еще там? Она там? Она там? Она там? Она там?» «Отец!» — крикнул Крючков-младший и грозно обратился к жене. «Ты ему подгузник надела?» «Конечно». «Я говорил, что это не лучшая затея. Вам следует уйти». Крючков-младший оттянул Павла за локоть. «Думаете, ему не станет лучше?» — спросил Павел. «Это очень важно. Мой отец болен. Уходите. Не следовало вам вообще приходить. Я уверен, что вы справитесь и без его помощи. Извините, мне нужно его переодеть». Павел попытался его уговорить, но тот оставался тверд, как камень, и не поддавался ни на какие уговоры. Сыщик оставил свою визитную карточку на случай, если Крючков что-либо вспомнит, и ушел. «Черт!» — выругался он, пристегивая ремень, и в сердцах ударил ладонями по рулевому колесу. «Дед не стал говорить?» Павел огляделся. В нескольких метрах от него, у забора с сигаретой в зубах, стояла девушка, внучка Крючкова. «Не стал», — согласился Павел. «Он вообще не говорит, или я его довел до такого?» «Нет, он вообще норм, раз в неделю исполняет спектакли, а так спокойный. Это вы. Не любит он говорить о друге своем бывшем». «А откуда ты знаешь?» «А шрам у него видел?» «Папка, когда еще жив был, рассказывал, что прадед с сыном своим, ну, с моим дедом, перессорился из-за этого. Прадед этого друга своего так проклинал, что даже на похороны не пришел, когда того убили». «А ты откуда такая сведущая?» «Это не я. Это все папка мой, покойник». Она глубоко затянулась и втоптала бычок в землю. «Он у них миротворец был. Мне рассказывал. Он писателем хотел стать. Не стал». Она выдавила из себя некое подобие улыбки. «Мне очень жаль». Они немного помолчали. «А мать?» «А мать я лет 10 уже не видела».
тяжело с ними?» «Не, нормально. А люди и хуже живут». «Живут, да. Ты молодец, если понимаешь. Расскажешь что-нибудь интересное, что отец твой нарыл о них?» «Дед, то есть прадед, он вроде как на кон свою карьеру поставил, когда поручился за друга своего. А тот подставил его. Там девочка какая-то была, и пожар, шрам оттуда. Подробности не спрашивай, больше я ничего не знаю». «А если вспомнишь, позвонишь?» «А сигарета есть у тебя?» «Я не курю и тебе не советую». «Я уж как-нибудь сама разберусь, не 16 уже». «Ну, смотри сама, есть тут у вас киоск?» «Как съездил?» — спросила Вера, когда Павел зашел в офис. Уже вечерело, к этому времени распогодилось, солнце наконец показалось из-за туч, но уже нисколько не грело. За кружкой ароматного дымящегося кофе Павел вкратце рассказал о своей встрече с Крючковым и последующем разговоре с его правнучкой. Поездка основательно вымотала его. Ноги и веки налились тяжестью, бессонная ночь напоминала о себе. Память прокручивала в голове разговор с безумным стариком и не давала сыщику покоя. Дело начинало затягивать его. Если еще несколько часов назад энтузиазм питался исключительно внушительной суммой, которую назвал клиент, то сейчас подогревал уже неподдельный интерес. Павлу до жути надоели слежки за неверными мужьями и женами. Как надоели и дни безделья, когда он думал, как свести концы с концами. Наконец-то выпала возможность сделать что-то стоящее. Нащупать нить, которая бы повела его дальше, пока не удалось. Однако заметки Лукьянова на полях о многом говорили и могли бы неплохо помочь в дальнейшем. Оставалось решить, стоит ли и дальше раскручивать эту мадам, с которой связался легендарный режиссер, или же направить расследование в одно русло и сосредоточиться на поисках фильма. Сыщику не давал покоя интерес самого Лукьянова к фильму. Зачем он ему? Чего вдруг коллекционер, собирающий средневековые и античные артефакты, вдруг перешел на фильмы, пусть и хорошего режиссера? Нужно было еще при встрече спросить его об этом, ведь мысль зародилась в голове Павла еще тогда. «Что у тебя?» — сыщик отпил уже остывший кофе из огромной кружки. «Я в архиве была», — весело заявила Вера. «Завтра к обеду дела погибших будут у тебя на столе». «Спасибо. Что-нибудь еще?» В голосе его проскочила нотка недовольства, которую Павел попытался тут же скрыть добродушной улыбкой. «А с чем работать?» — развела руками Вера. «Побродила по форумам, но там ведь фанаты. Что толкового можно у них узнать?» «Я иду в кабинет. Нужно позвонить Лукьянову». Павел встал. Усевшись в кресло, он набросал на чистом листе примерный список вопросов и набрал номер коллекционера. «Господин Ковалев, добрый вечер!» — радостно ответил Лукьянов. «Не думал, что вы так быстро позвоните. У вас есть что-нибудь для меня?» «Здравствуйте. Только один вопрос». «Задавайте. Я всегда к вашим услугам». «В дневнике не хватает страниц. Пропущен огромный кусок». «Извините, но приходится работать с тем, что есть», — сухо ответил коллекционер. «Откуда он у вас?» «Купил. Да дневник попал ко мне совершенно случайно. Сегодня мало кто интересуется Лаврецким. Мне позвонил молодой человек, предложил дневники. Я не интересовался, где он их взял. Отдал специалистам. Они сравнили почерк, слог и пришли к выводу, что дневники подлинные. Почему вас это так интересует? Есть сотни других способов узнать о фильме». «Врет», — подумал сыщик. «Никто не стал бы звонить Лукьянову, имея на руках дневник Лаврецкого. Вот только зачем врать?» «Информация о дневнике мне бы очень помогла. Ведь неизвестно доподлинно, был ли фильм. Сегодня я встретился с Аркадием Крючковым. Старик не в себе. Ничего конкретного он мне не ответил. На киностудии нет никаких данных о фильме. Завтра нужно туда позвонить, они проверят, есть ли пленки в архиве. Чтобы пролезть без очереди, придется дать на лапу одному из работников». «Я вам уже говорил, что вы можете тратить столько, сколько требует того дела. Раз в неделю присылаете отчеты Крапивину, и все». «Вы знаете, кто такая эта Наташа?» «У вас все? Или есть еще какие-то вопросы по делу?» Последние два слова он выделил особой интонацией, давая понять, что не желает говорить о Наташе и вообще о чем-либо, не относящегося прямо к делу. «У меня все. Если вдруг вы что-нибудь вспомните, дайте мне знать». «До свидания». Они встали на месте. Без каких-либо дальнейших сведений работать дальше было невозможно.
Те крохи информации, которую они собирали в сети, никак не вязались с полной картиной. А если и вязались, то казались притянутыми за уши. Расстояния пугали сыщика. Каждый свидетель находился, самое малое, в 100 километрах от них. Павел сделал еще несколько звонков возможным свидетелям убийств, но не решался ехать за 300-400 километров, дабы вновь наткнуться на туманные данные. Впрочем, один из звонков принес свои плоды. Более того, подтвердил почти со 100% вероятностью, что фильм все-таки снимался. Вдова звукорежиссера Корнева, убитого в 1991 году, была жива. Она вновь вышла замуж и уехала жить за границу, в Германию, 15 лет назад. От родственников Павел узнал ее номер телефона и сразу же позвонил. Имя женщины стояло последним в списке, поэтому сыщик совсем отчаялся найти какую-нибудь зацепку. В трех словах он объяснил, что расследование привело его к убийству ее мужа. Попросил ее кратко рассказать о случившемся. «Давно это все было. Я и не помню всего», — рассказывала вдова. «Я спала, когда в дверь постучали. Леша иногда задерживался на работе. А после того случая в деревне я ему такой скандал устроила, что он целый год как по струнке ходил. Они там фильм снимали. Я тоже на студии работала, но ушла в отпуск в декрет. Девочка одна, которая в фильме снималась, рассказала мне, что Лёшка, Борис Лаврецкий, Крючков, Аркадий, Молчанов и этот, как его, Арзамасцев к девке какой-то по ночам повадились. Я ему чуть глаза не выцарапала. Представьте себе, какой кобель. Жена дома с ребенком полугодовалым, а он...» «А когда это было?» Павел провел жирную линию под фамилией Арзамасцев, один из списка Лукьянова, судьба которого оставалась неизвестной. «Летом 89-го Лаврецкий отошел от запоя своего и пригласил всех на съемки». Павел радостно улыбнулся, и будь вдова сейчас рядом с ним, непременно расцеловал бы ее. «Той ночью, когда его убили, его долго не было. Ждала полночи, но потом все-таки спать пошла. Потом выяснилось, что он и вправду задержался у себя, а я уже собиралась наброситься на него. В общем, из милиции пришли. Говорят, что Лешку убили, ограбление, свидетелей не было. Его зарезали в подворотне, когда он домой шел после работы». «Так и было? В газете написано, что его увезли». Павел напрягся. Эта деталь не давала ему покоя. Зачем преступники привезли убитого или избитого Молчанова на место, где похитили? Ошибка свидетеля? Или же преступники хотели таким образом пустить пыль в глаза следствию? Неужели никто не обратил внимания на эту кричащую деталь? «Нет, там черт ногу сломит. В газетах писали, что видели, как его увозят, но никто в милицию не обращался. И Лешу нашли в подворотне. Ошибка». «А вы не знаете, закончили они тот фильм или нет?» «Съемки закончили, это точно. А вот сам фильм я не видела. Да и не до того мне было. Сами понимаете, мой брак трещал по швам. Какой уж там фильм. Хотели разводиться. Я и Лаврецкому этому позвонила. Скотина. Это же надо так. Но его убили в том же году. Пьяная драка». «А что там случилось с этой девушкой? Ну, той, с которой ваш муж?» «Марина Терентьева. Ну, девочка, которая мне рассказала все. Видела, как они этой девке, не стесняясь, в трусы руками лезли. А та, мол, хихикает только и не краснеет. Мать Марины в милицию пошла, но все на тормозах спустили. Уговорили не устраивать скандал. Ох, дай мне волю, я бы им там такое устроила. Сволочь. Мало того, что мужики все под 40 лет, так и девка эта еще и убогая была». Павел нахмурился. Он уже ясно понимал, что убогой девкой была Наташа. Мозаика начинала складываться. Лукьянов не зря связал эти дела. Но кто тогда убил участников оргии? Да и были ли они все участниками? Была ли оргия? В списке есть и женщина. Нашелся родственник? Нужно узнать, кто такая эта Наташа. Он вывел мелким почерком на странице блокнота еще одно имя. Марина Терентьева. «А заявление было? Ну, по поводу изнасилования или домогательства?» «Было. К нам из милиции приходили. Довели Лешку до слез. С работы его чуть не уволили из-за этих похождений. У него и так в том году со здоровьем не очень было. Два раза с приступами в больницу ложился. После съемок этих проклятущих». «А имена не помните? Милиционеров?» «Ах, что вы. 30 лет прошло. Откуда?» «Может, еще что-нибудь вспомните?
Что-нибудь необычное? Нет, вряд ли. Помню только, что ходил Лёшка все время после того, как на иголках. Да ну и понятно, в общем. Могу я вам позвонить еще раз, если появятся вопросы? Просто так много всего. Нужно переварить, обдумать. Боюсь сбиться. Конечно, без проблем. Они распрощались. Павел вышел из своего кабинета, в общем, довольный итогами прошедшего дня. Рассказал Вере о разговоре. Часы пробили 5 вечера. Пора домой. Не тревожь сон ее. Забудь ее, не прикасайся к ней, иначе она придет за тобой. Вокруг толпятся люди, вокруг толпятся существа, бывшие когда-то людьми. Утратив след, вступил он в лес дремучий, круг второй. Кто-то кричит. Он часть толпы. Он знает, что что-то должно произойти. Они все это знают и ждут. Чего? Радоваться ли этому? Он боится. Там на дне реки лежит она. Но в этот раз ее тело не так глубоко над водой, как тогда. Когда? Нет никаких «когда». Времени нет, нет слов. В животе свербит от тяжелого предчувствия. Он знает, что если и когда лицо ее покажется над поверхностью воды, то что будет потом? Она? Павел проснулся. От странного сна стало не по себе. На часах было 3:30. Сон как рукой сняло. Павел ворочался еще 40 минут, но так и не смог уснуть. Перед глазами стояли размытые образы из кошмара. Кошмар ли это был? Мысли, концентрированные чувства, страх, удивление, отчаяние, что-то странное, несовместимое с повседневной жизнью. Настолько несовместимое, что разум машинально отталкивает это чувство, как что-то чужое, инородное тело, заноза, застрявшая где-то в восприятии, в подсознании. Может быть, поработать? Нет. Павел поморщился, вспомнив списки, с которыми работал перед сном. Голова уже не соображала от избытка имен. Тишину вдруг разорвала веселая мелодия телефона. Он приподнялся и выдернул шнур из разъема для зарядки. Номер определился. Павел нахмурился. Звонил Крючков. Он нажал на зеленую кнопку. «Ковалев». Из трубки послышалось тяжелое дыхание старика. Он молчал. «Алло? Аркадий Михайлович?» Никакого ответа, лишь сиплое дыхание. «Алло, Аркадий Михайлович, ответьте!» Крючков засмеялся и сбросил звонок. Март 1989. «Уже несколько дней не писал тебе. Времени не было, закрутилось тут, не знаю, с чего начать. Люба. Мне кажется, что у нас с ней может получиться. Ты сам понимаешь, что мы взрослые люди, и о куртуазности не может быть и речи. Охота стабильности. Она хороший человек, опрятная, красивая для своих лет, рабочая. В доме у нее всегда порядок. Бабка ее толсто намекает, что скоро уедет, дабы нам, молодым, не мешать. Да и нравится мне тут. Тишина, спокойствие. Буду днем работать, а по вечерам писать. Долго не мог переступить через себя. Такой поступок казался мне предательством по отношению к Тане. Задавался вопросом. А хотел бы я, чтобы она вышла замуж, если бы смерть пришла за мной? Ответ нет. Не хотел бы. Не хотел бы, но все равно смирился бы. А в итоге, может быть, и радовался бы за нее, если, конечно, там, в астралах, мы можем радоваться друг за друга. Я теперь ночую у нее. О том, что она мне рассказала в вечер нашего знакомства, мы молчим. Не хочу говорить о ее муже. Тут больше эгоизма, чем участия. Не хочу, чтобы она меня с ним сравнивала, даже несмотря на то, что хороших воспоминаний о покойнике у нее не осталось. Смешно признаться, но иногда даже чувствую легкие уколы ревности. Надеюсь, что все получится. Искренне надеюсь. Мы разговариваем по вечерам. По-настоящему разговариваем. Непринужденно, свободно. Темы для бесед рождаются сами собой. Раньше при Тане я смущался говорить о литературе. А с Любой все иначе. Спорим о Достоевском. Она его люто терпеть не может. Называет мыльным пузырем. И не поверишь, как аргументируют. Грубый слог, много воды. А братья Карамазовы, говорит, идентично идиоту. Прям один в один. Имена только разные. И знаешь, мне кажется, что в чем-то она права.
Впрочем, разговоры наши не только о литературе. Быт, повседневность, рутина – все это захватило меня. Там скот покормить нужно, дела во дворе, управиться в сарае, с крыши снег счистить, дров нарубить, уголь поколоть. По выходным – баня. Звучит довольно скучно, а? Нисколько. Я полюбил эту работу. Получил твое письмо. Не стану пока обращаться в милицию. Хочу сам все выяснить. А вдруг наговаривают. Ты не представляешь, что местные со скуки выдумывают. Когда смогу сам убедиться, обязательно заявлю. Март 1989. Не высыпаюсь. Эти сны меня с ума сведут. Не писал тебе 3 недели. Нет желания калякать одну и ту же муть по 10 раз. Не упоминал о снах, потому что не считал важным. Вру. Конечно, считал, но не хотел, чтобы ты беспокоился. Я был у нее, у Наташи. И знаешь, я начинаю верить в нечисть. Сны появились после нашей встречи. Поздравь меня с первой ссорой. Начал выпытывать у Любы об этой девушке, она опять за свое. Говорит, что Наташа ведьма. Обвинила во всех смертных грехах. Я объясняю ей, что, мол, слышал, как Наташей пользуется все здешнее мужичье. Она твердит, что та сама их заманивает. Представляешь, довела меня, что прикрикнул, стукнул кулаком по столу и пошел ночевать к тетке. Назло ей не появлялся 3 дня. Пришла сама, вроде как книги вернуть. То-то же. Давай я Наташе. В одно утро запряг лошадь, думаю, пока снег не растаял и дороги не раскисли так, что не проедешь, разузнаю, что к чему. Странные вещи. Первое, лошадь волновалась, когда я подъехал к ее двору. Да так, что пришлось привязать ее к телеграфному столбу в 50 метрах. Думаю, заходить не стану. Расспрошу ее прямо у калитки, чтобы животное из виду не выпускать. Второе, следы. Их снова не было. Ко всем дворам тропинки расчищены, а к ее нет. Но, думаю, принес меня нечистый. А вдруг правду говорят? И снег, когда подходил, глубокий был, по щиколотку. Постучал в ставню. Стою, жду. Не по себе мне стало. В голове рой мыслей. А если она по собственному желанию? Нет, ну люди ведь всякие бывают. Вдруг у нее нимфомания или еще какое-нибудь расстройство. Конечно, она станет всех подряд к себе тянуть. Сейчас заявлюсь к ней. Она ребятам скажет, а меня потом найдут поздней весной со вспоротым животом. И так живо представил себе свой труп, что мурашки по спине побежали. А если побоится рассказать? Пойду я с заявлением, а кто же поверит мне? А вдруг у нее и сейчас кто-то? Струхнул ужасно, в общем. Зачем, думаю, постучал? Если не выйдет через полминуты, дай бог с ней. И стоило мне это подумать, как голос женский из-за калитки. «Кто там?» Я растерялся даже. Почему-то был твердо уверен, что она выйдет наружу, и там я смогу ее убедить в своих добрых намерениях. А кричала она слышно с крыльца. Я по сторонам огляделся. Никого. «Добрый день», — говорю. Представился. «Мне очень нужно с вами поговорить. Я живу в соседней деревне. Вы сейчас одна?» «Третья». Я не слышал, как она подошла к калитке. Не было скрипа снега под ногами. «Понимаешь?» И тут в проеме ее лицо. Я чуть на забор не залез от испуга. Стоит и смотрит на меня. А взгляд... Помнишь, описал, что посчитал ее убогой? Вовсе не убогая она. Взгляд обычного человека, не такой уж и отталкивающий, каким он мне показался в первый раз. «Что вам нужно?» — спрашивает. «Здравствуйте». Я еще раз представляюсь и нелепо улыбаюсь. «Вы сейчас одна? Могу я задать вам несколько вопросов?» «Какие вопросы?» Она смотрит на меня, потом выглядывает и на лошадь. «Заходите». «4. У нее нет домашнего скота. Черт, даже собаки нет. Мне тут вспоминаются россказни Ивана о том, что весь скот по ночам тут с ума сходит. Орут, бесятся». Но тут же в голову следующая мысль. Она ведь в пустой дом заехала. Откуда же скоту взяться? Ну и захожу. И про лошадь уже позабыл, хотя твердо до этого решил не упускать ее из виду. Во дворе ее необыкновенно тихо. Идем к сеням. Она впускает меня в дом, а мне совсем худо становится. Ты подумай, мужик под полтинник, а боится хрупкой девочки. В голове уже прокручиваю разные отговорки, а язык словно к небу прилип. Сказать ничего не могу. «У меня холодно», — говорит. «Я утром уже топила дровами, а угля нет и света нет». «Да как же ты тут живешь одна?» «А так и живу, что поделать?»
Может, помочь тебе как-нибудь? Ты ведь околеешь тут. На ночь хоть топишь?» «Топлю. Уснуть хватает. А там и не выглядываю из-под одеяла до утра». «Бедняжка. А ставни чего не открываешь, если света нет?» «Окна худые. Так еще холоднее. Да и привыкла я. Смотрю на нее и взгляда отвести не могу. Шрам у нее на шее. От уха до уха, словно горло ей когда-то давно перерезали. Видно, что глубоким порез был. Шрам переливается, становится фиолетовым на холоде. В доме у нее вонь жуткая, даже не знаю, как описать. До того густой запах, что так и кажется, что он втекает в нос. Пахнет мясом гнилым, плесенью и тухлыми яйцами. Темнота кругом, и лишь сквозь щели между ставнями тонкие полоски света пробиваются, освещают пыль. Изо рта пар валит. Не так холодно, как на улице, пожалуй, плюсовая, но жить тут точно нельзя. Хотя я вспомню Достоевского. Человек-подлец ко всему привыкает. Она меня сесть пригласила, но я в пороге остался. Невыносимый запах был. Хотел как можно скорее выйти на свежий воздух. Думал, издалека зайти, но вдруг выпалил. До меня слухи дошли, что обижают тебя. Это правда? Кто обижает? Голос без эмоций совершенно, а в темноте и лица ее не видно. Люди, мужики местные. Я для того и пришел. Ты не бойся. «Расскажи!» Письмо на этом обрывается. Апрель 1989-го. Выгнала меня. Да я и сам не хотел больше. Кто-то шепнул ей, что я уже несколько раз в соседнюю деревню ездил. Пытался объяснить ей, что Наташа — жертва местного мужичья. Не верит. Снова заголосила со своей нечистью. А меня пробирает аж от этого. «Что за люди?» Даже под градусом не был никогда агрессивным, а тут с трудом порыв сдерживаю съездить ей хорошенько. Забудь. Я зол на нее, оттого и ропщу. Апрель 1989. Во снах появилась структура. И чего они мне такими страшными казались, решительно не понимаю. Засела идея одна в голове. Как думаешь, дадут мне еще один шанс? Узнай, а? Я в долгу не останусь. Хорошая идея, пожалуй, лучшая из тех, которые приходили в мою голову. Зайди издалека, подготовь, а я за сценарий сяду. Я позвоню тебе, как сформулирую мысль. Апрель 1989. Наташа согласилась играть в фильме. Я обещал ей главную роль. Июнь 1989. Звонил нашим ребятам. 3 дня. Потом в деревню. Пищида туда подъедет, а с остальными мы на студии встречаемся. Наташа тоже готова. Не могу сидеть на месте. Еще 3 дня. Глава 4. Иногда сигары — это просто сигары. Павел припарковался в тени огромного тополя в 50 метрах от входа в гостиницу. Это было старое 2-этажное здание с высокими потолками и здоровенными окнами. На фанерном листе, висевшем над тяжелыми деревянными дверями, было написано «Добро пожаловать» и все. Ни название гостиницы, ни адреса на табличке. Павел не думал, что справится со всеми делами за один день, поэтому был вынужден снять номер на ночь, а если понадобится, то и на несколько дней. Они решили, что пока Вера разбирается с делами убитых, Павел посетит родной город режиссера. Благо работник архива обнадежил сыщика туманными намеками на имеющуюся у него информацию. Он прошел регистрацию, ответил на несколько вопросов приветливого парня за стойкой в фойе и вскоре был в своем номере. В комнате воняло прокуренными стенами, затхлым бельем и остальными атрибутами редко посещаемых гостиниц. Стол, стул, кровать, какая-то мазня в рамке за стеклом на стене, телевизор из 90-х и забитая под завязку чипсами, орешками, банками с лимонадом и бутылками с алкогольными напитками тумбочка. Вот и все убранство гостиничного номера. Павел заглянул в уборную. Запах хлорки дал ему слабую надежду. Унитаз на невооруженный глаз сыщика казался чистым. Он раскрыл дипломат и выложил на стол документы. Копия дневника режиссера, копии дел по убитым в 90-х, фотографии, блокнот. Постояв над бумагами какое-то время, он пробормотал. «Начнем, пожалуй». Павел уже не раз бывал в архивах.
Обычно тех пресловутых стеллажей, которые так любят показывать в фильмах, посетители не видят. Как правило, они, посетители, дают информацию об искомой информации, а сотрудник архива выбирает подходящие документы и приносит в читальный зал или отдельный кабинет. Это уж как повезет, где посетитель, под присмотром или без, может с онами ознакомиться. Вопреки его ожиданиям, в этот раз его повели вниз, в архив. Андрей, человек с грубым голосом, с которым Павел разговаривал 2 дня назад по телефону, на самом деле оказался невероятно худым коротышкой в огромных очках и роговой оправе. На нем был клетчатый буро-зеленый пиджак, белая рубашка, покрытая пятнами кофе, и коричневые брюки без ремня. Он протянул сыщику непропорционально большую для его телосложения ладонь, но жать не стал. Остановил на секунду в руке сыщика и тут же вынул. «Добрый день, добрый день», — сказал Андрей, и Павел вновь удивился разящему контрасту между голосом и внешним видом архивиста. «Ох, и побегать мне пришлось, чтобы решить вашу проблему». «Надеюсь, что не зря», — без особого энтузиазма ответил Павел и поплелся за Андреем в сторону лестницы. «Вы нашли фильм?» «Не нашел», — почему-то с улыбкой ответил сотрудник архива. «Но могу уверенно сказать, фильм снимали». «С уверенностью?» «С уверенностью. Сохранились вырезанные части фильма». «А где сам фильм?» «Да откуда же мне знать? Хранится верно у какого-нибудь коллекционера. Лаврецкий не для всех фильмы снимал, но были люди, которые его понимали и боготворили». Павлу вспомнился разговор с Верой, в котором она утверждала, что фильмы Лаврецкого только сам режиссер и понимает. Вспомнились десятки статей о нем, рецензии на фильмы. Люди говорили, что с каждым просмотром открывают для себя что-то новое, то, на что они не обратили внимания ранее. «Должны же остаться какие-то данные», — настаивал сыщик на своем. «Если фильм продали, то явно известен покупатель». «Его не продавали. Обычно оригинальные пленки хранятся у нас. Исключений нет». «Фильм украли?» Брови сыщика поползли вверх. Дело становилось все интересней. «Этого я вам тоже не могу сказать. Фильма нет. Это все, что мне известно. Есть кадры со съемочной площадки. Вам не нужны или мы зря теряем время?» «Нужны, конечно». Они спустились в подвал и оказались в длинном, освещенном лампами дневного света коридоре. Андрей открыл одну из десятка дверей и пропустил сыщика внутрь. Они оказались в просторной темной комнате. Посреди нее стоял проектор, нацеленный на небольшой экран на стене. Несколько железных шкафов, стол сбоку и пара стульев дополняли интерьер. «Подождите здесь, я за фильмами». Он указал на один из стульев и поспешно удалился. Павел начал нервно барабанить ногтями по крышке стола. Общая картина медленно проявляла контуры, но сыщик никак не мог уловить суть происшествия. Сами собой навязывались вопросы, на которые он не мог найти ответов. Почему о фильме так мало известно? Не в интересах киностудии скрывать сам факт съемок. Чудовищные, бездарные рекламные кампании могут погубить даже очень крупные киностудии. Вряд ли кто-либо в своем уме решится рискнуть крупной суммой в угоду опальному режиссеру, дабы оставить над тем завесу тайны. Второй вопрос. Почему никто, кроме Лукьянова, до сих пор не сопоставил факты об убийствах? Конечно, тут можно возразить. Никто не знал о том, что эти люди как-то связаны. Но почему тогда они сами не забили в набат после того, как поняли, что их методично устраняют? Вернулся Андрей минут через 5. Он толкал перед собой небольшой ящик на колесах. Павел встал и придержал дверь. «Вы ничего не трогайте. Я за ленты отвечаю», — проворчал архивист. Он закрыл дверь, включил лампу на столе и погасил свет на потолке. Раскрыл дверцу ящика. Павел увидел несколько фильмостатов в узких полках. «Попкорн взяли?» Андрей хмыкнул и принялся заряжать проектор. Павел тем временем пододвинул стул к столу, выложил блокнот и ручку. «А копии я снять могу? Или записать на камеру в телефоне?» «Вы можете дать официальный запрос, но это может продлиться до полугода. Я в этом случае ничем помочь не смогу. Решайте сами. А сейчас никаких записей». Луч проектора врезался в экран. Над. Фильм цветной, но преобладает бежевый. Съемка ведется на пороге леса. На заднем плане стоят ели и сосны. Вдалеке видна деревянная изба. Голос Лаврецкого за кадром. «Все готовы? Поехали!»
Хлопок нумератора – знак всем присутствующим на съемочной площадке, что съемка началась. Появляется человек с рогами и 30 секунд смотрит в сторону оператора. Это мужчина 50 лет. Грим довольно неуклюжий, взгляд яростный. Грудь его вздымается, словно он только что пробежал несколько километров. Хлопок нумератора. Человек с рогами копает землю. Он стоит по колено в яме и яростно рычит при каждом взмахе лопаты. Действие длится 3 минуты. Хлопок нумератора. Нат. Заброшенная детская площадка. Сиденье проржавевшей качели ходит вперед-назад. Сзади лицо паровоза лабиринта с разинутой пастью входом. Картина довольно жуткая. Хлопок нумератора. Нат. Та же площадка, в фокусе некрасивая девушка, смотрящая в камеру гипнотизирующим взглядом. Ей лет 18, не больше. Черные волосы колышет легкий ветерок. Губы плотно сжаты в коричневую нитку. Под чрезмерно густыми бровями, соединенными мостиком жидких волос над переносицей, глубоко посаженные глаза. Она прижимает к груди черную папку. Хлопок нумератора. Следует несколько неудачных дублей избиения Наташи. Девушка лежит на земле. Над ней грозно навис мужчина с рогами. Он бьет Наташу по лицу. Голос Лаврецкого за кадром. «Стоп! Нет! Не то!» Новый дубль. Еще один. Пленка с характерным звуком отцепляется от бобины. Следующая запись представляет собой примерно то же самое. Поменялись место действия некоторые герои. В одном из дублей Наташа стоит в яме, заполненной водой. Видно лишь ее лицо, обращенное в небо. В другом ей помогают выбраться. Третья запись. Луч вновь разбивается об экран. Наташа совершенно голая, стоит посреди леса. У нее плоская мальчишеская грудь. Густой волосяной покров клином разделяет нижнюю часть тела надвое. Она улыбается, обнажив ряд кривоватых зубов и болезненно серые десны. Запись закончилась. Павел сидел еще с минуту, пытаясь понять и привести в порядок чувства, захватившие его. Как бы он ни пытался, он не смог бы объяснить их. В груди бешено колотилось сердце, а голова закружилась, словно с тяжелейшего похмелья. Это были физические ощущения. Первая мысль была такая: что только что произошло? Кадры оставили неприятный осадок внутри. Некое чувство беспокойства внутри, когда человека ожидают большие неприятности, и он знает об этом. У Павла было такое перед самым разводом. Но в то же время он не мог назвать ощущение предчувствием. Довольно странное состояние, схожее с дежавю. Только сейчас не было никаких ложных воспоминаний. Просто разум ощущает что-то неправильное и никак не может объяснить, что именно. Он нахмурился, пытаясь отогнать от себя образ актрисы, но не смог. Воображение рисовало обнаженное тело перед глазами. Правда, в голове этот образ был более привлекательным. Грудь на размер больше, волос под пупком меньше, а под мышками вообще нет. Зубы у воображаемой Наташи ровные и ослепительно белые. Плоское в действительности тело 18-летней девочки приобрело возбуждающие рельефы взрослой, сформировавшейся женщины. «Это все?» – выдавил из себя сыщик. «Что?» – видимо, Андрея захватили те же впечатления. Он схватил фильмостат и положил себе на колени, видимо, чтобы прикрыть истинные чувства, нашедшие выход в его штанах. Да, последняя запись. Больше нет. Есть какой-нибудь бланк, чтобы запросить копию фильма? Как это можно сделать?» Сотрудник архива смотрел на бобину, не отводя глаз. Павлу пришлось повторить вопрос. «А? Что?» – растерянно спросил он. «Спросите на информации, там вам все объяснят». Уходя, Павел сунул работнику архива несколько крупных купюр, что, впрочем, не удовлетворило того. Андрей ворчливо пожелал сыщику успеха в поисках и, не подав руки для прощания, вернулся в кабинет с пленками. «Довольно темная история», — сказал бывший прокурор Андрей Васенев, разбавляя растворимый кофе кипятком из пузатого электрического чайника. Это был довольно крепкий старичок, похожий на героя американского блокбастера, низкого роста, с квадратными скулами, узкими глазами, глядящими сквозь стекла очков без оправы, и седыми, белыми, как сугроб свежевыпавшего снега, волосами. Когда убили Лаврецкого, именно этот человек, тогда еще следователь, выехал на вызов и впоследствии занимался этим делом. «Я сейчас всех подробностей не помню», —
Но вроде бы там ни одного свидетеля не было. Ни единой зацепки. У нас не часто убивают звезд такой величины, поэтому случай немного отпечатался в памяти. Начальство не давило на то, чтобы быстрее раскрыли. Я просто хотела избавиться от дела. Вы, наверное, еще под стол пешком ходили. Не можете помнить, что тогда в стране творилось. А тут все вроде как ясно. Он ведь пил много. Потом лечился, уехал куда-то в деревню. А вы не помните, что за деревня? Извините, что перебиваю. У меня его дневники остались, но название нигде не упоминается. Название не помню, но это совсем рядом. На машине за час доберетесь. Васенев отпил кофе и довольно прокряхтел. Словом, так достали, а точнее завалили другими делами, что Лаврецкий так и отошел на задний план. Бегло прошлись по знакомым. Ничего подозрительного не выяснилось. Дали версию убийства на бытовой почве. Порыскали ради приличия, поспрашивали соседей и слили дело. Слова старика возмутили Павла в глубине души. Слили дело. Вот так просто. Обстоятельства. Озвучивать мысли сыщик не стал. «Расскажите, что вы еще помните об этом деле?» Его через несколько дней нашли после убийства. Какой-то друг начал беспокоиться. Лаврецкий не отвечал на телефонные звонки. У него ключи вроде бы свои были, не помню. В общем, когда мы приехали, вся квартира воняла так, что все с платками носовыми ходили. А никаких дневников не было? Лаврецкий вел дневник, по крайней мере, за несколько месяцев до убийства. У меня есть часть его, но там недостает несколько страниц. Не знаю. Это почти 30 лет назад было. Нет, скорее всего, нет, иначе я бы запомнил. А другие версии не прорабатывали? Какие, например? Васенев смерил Павла пронизывающим взглядом из-под очков. «Ну, вам, наверное, лучше знать». «Я не понимаю вас. Вы ведь сказали, что ищете фильм. Для чего вам подробности его убийства?» «Хочу разобраться. У меня создается впечатление, что его убийство как-то связано с этим фильмом». «И как же?» «Мне кажется, что Лаврецкий и, пожалуй, еще кто-то из съемочной группы совершили что-то ужасное». «Поделитесь?» Павел попробовал собраться с мыслями. А что, собственно, он теряет? Ему самому нужно было озвучить мысли, чтобы как-то их упорядочить. А этот человек, прослуживший в прокуратуре 40 лет, как бы сильно он ни раздражал своим безразличием и хладнокровностью, имеет огромный опыт. Наверняка у него появится пара свежих идей. Картина такая. Павел на короткое время задумался, открыл папку и протянул Васеневу список людей из съемочной группы. Лаврецкий уехал из города в деревню к тетке, чтобы отойти от запоев. Там он познакомился с этой девушкой. Она, по словам некоторых людей, немного не в себе. В общем, отсталая. Судя по дневнику режиссера, местные жители, мужчины, умело пользовались этим ее недугом. Если вы понимаете, о чем я. «Не совсем», — покачал головой старик. «Мужики к ней приходили», — объяснил сыщик. «И вроде как она никому не отказывала в подобных услугах». Лаврецкий узнает об этом и решает помочь девушке. Не знаю, правда это или нет, о его похождениях мне известно только из отрывков его дневников. По крайней мере, сам режиссер утверждает, что это так. Дело не только в этом. О ней ходят слухи по деревне, что она настоящая ведьма или вампир. Не знаю, будто бы она приходит по ночам в дома обольщенных мужиков и там изводит их. Васенев улыбнулся и покачал головой. Помог он ей в этом или нет, мне пока неизвестно. Продолжил Павел. Из записи следует, что на Лаврецкого снизошло озарение. Он решил снять фильм об этой девушке. Ну или, по крайней мере, с ней в главной роли. Он написал другу, и процесс пошел. Добро дали. Тут в папке есть договор и список участников проекта. Я даже видел несколько кусков от снятого материала. Судя по всему, не таким уж и рыцарем был этот Лаврецкий. На пленке девушка совершенно голая. Вряд ли он там порно снимал, но воспользовался доверием актрисы не хуже любого из тех, с кем еще не так давно пытался бороться. Съемки закончились, как и записи в дневнике. На этом история фильма теряет след. Люди, которым я звонил, либо ничего не помнят, либо не хотят помнить. И вот тут начинаются интересные вещи. Павел на какое-то время задумался. Васенева же, похоже, заинтриговала эта история. По крайней мере, сыщику показалось, что старой ищейкой овладел неподдельный интерес. Павел собрался с мыслями и продолжил. Пленки пропадают, а Лаврецкого находят мертвым. Судя по заключению эксперта, режиссер был пьян. Только дело в том, что Лаврецкий не пил больше.
Предположим, что убийство не имеет ко всему мною сказанному никакого отношения. Даже если убийца подстроил все так, чтобы все выглядело как запой хронического пьяницы. Ну, поссорились, ну, подрались. А потом что-то произошло, и Лаврецкий уже лежит на полу с ножом в животе. Не смейтесь над моей фантазией. Я просто пытаюсь предположить, каким образом он оказался пьяным. Убийца поит Лаврецкого, довершает начатое и сваливает. Но через полтора года у нас начинается новая серия странных происшествий. Павел протянул бывшему следователю список убитых. По понятным причинам, прошло много времени, и все мы живем уже в другой стране, дела никак не связывают между собой. А тем не менее, убитые участвовали в съемках фильма. По крайней мере, при убийстве двоих из них фигурирует микроавтобус «Тойота» белого цвета и двое мужчин. Самое интересное из того, что я рассказал, то, что в течение 30 лет лишь немногие люди знали о существовании фильма. Иначе все эти вещи уже давным-давно всплыли бы на поверхность. Вы ведь знаете, как у нас любят изучать жизнь гениев. Наверняка нашелся бы некий «ловец-ковед», Павел изобразил кавычки пальцами, который докопался бы до истины. Вывод напрашивается один. Кто-то не хотел, чтобы фильм вышел в свет. Не знаю, чем этот кто-то руководствовался, но у него это получается. Думаю, что они изнасиловали девушку. А кто хочет подобных скандалов? Вот и прикрыли лавочку нашему режиссеру. Как-то так. Павел развел руками. А убивал членов этой группы, значит, брат этой самой девушки? Или отец? В голосе Васинева прозвучала нотка сарказма. В подтверждение этому лицо его исказилось в ухмылке. «Не знаю я», — пожал плечами сыщик. «Только если я не разберусь в том, что там произошло, я не смогу найти фильм. Может, поделитесь мыслями? Что вы думаете о том, что я тут нагородил?» «Иногда сигары — это просто сигары». «Что, простите?» «Читали когда-нибудь Фрейда?» Его постоянно пытались подловить на его же словах. Однажды один журналист спросил его, почему тот курит такие толстые сигары, на что философ ответил: «Иногда сигары — это просто сигары». «Вы сами накручиваете и усложняете. Чего вы хотите добиться этими теориями? Между убийствами прошло года полтора. Все ваши версии — попытки Тома спасти Джима. Красиво, героически, но до ужасного глупо. Нужно быть осторожнее со своей фантазией. Туннельное зрение — это не выдумки какого-то там автора остросюжетных романов. Иногда на этом попадаются самые матерые волки. Предполагайте, но не отбрасывайте остальные, более правдоподобные варианты событий. Вы, я вижу, не верите в совпадение». «Хотелось бы мне, чтобы вы были правы», — задумчиво протянул Павел. «Только факты говорят об обратном». «Факты! Грош цена этим фактам!» — покраснев, внезапно воскликнул Васинев. «Это не факты, а домыслы. Может быть, вы и правы, конечно, только я бы на это не стал ставить». Павел лежал на кровати, уставившись в потолок отсутствующим взглядом. За последний час он подверг номер значительным изменениям. Картины перекочевали со стены в недра шкафа. Их место заняли фотографии Лаврецкого, Наташи, список членов съемочной группы, некоторые записи Лукьянова и самого Павла. Стол переместился к стене. Теперь он был завален документами. Вспыльчивость бывшего следователя удивила и даже несколько позабавила сыщика. Он и сам впервые сформулировал свои мысли в слова, а его версия и взаправду выглядела довольно натянутой. И зачем он сказал об изнасиловании? Эта мысль пришла в голову ему самому лишь часом ранее. Все же столь бурная реакция старика оставалась для сыщика загадкой. Боится чего-то? Вполне возможно. И если в свет выйдут факты, которые следователь 30 лет назад игнорировал или попросту не заметил, то его имя могут втоптать в грязь даже сейчас, спустя столько лет. Из раскрытого настежь окна в номер врывались потоки свежего воздуха, а также полчища комаров. Но приходилось выбирать меньше из двух зол. Стоило закрыть окно, через минуту в комнате становилось трудно дышать. Он намазал открытые участки тела средством от насекомых, которое, впрочем, нисколько не помогало. Павел закрыл глаза. Воображение нарисовало голую девушку с красивым именем Наташа. Не так уж она и отталкивала своей внешностью. Не красилась попросту. Павел привык видеть вокруг расфуфыренных мадам с килограммами грима на лице, завитыми волосами, хорошо одетых, приятно пахнувших. А поставь одну из них в те условия, в которых вынуждена была жить Наташа. Забери машины, косметички, все кремы, духи, шампуни и прочие атрибуты. Что с ними будет?
Он где-то совсем недавно прочел о том, как британские ученые доказывали, что люди глупеют с каждым годом, отказываясь от знаний в угоду коллективному разуму. Виной тому, дескать, праздная жизнь и прочее. Вот он, апокалипсис от Хаксли. Так вам и надо. Там вам и место. Павлу живо представились закатывающиеся глаза его бывшей жены, которая смотрит на фотографию голой Наташи под статьей в газете. «Роковая женщина в судьбе гениального режиссера», — гласит громкое название. Чуть ниже жирным мелким текстом добавлено: «Тайна смерти Лаврецкого раскрыта спустя почти 30 лет». Лена с ухмылкой осуждает Наташу и выводит сыщика из себя. Он не просто зол, он в бешенстве кричит на нее. «Странно», — подумал Павел, — «чего-то я». Мысли в голове превращались в грозные выкрики и осуждения всех тех, кто поставил ярмо на Наташе и ей подобным. В голове он вел горячий спор со всеми, кто пытался как-то осудить ее наготу, ее поведение. «Какое, мать твою, поведение?» – пробормотал сыщик, чтобы хоть как-то остудить свой пыл. «Какое поведение? Ты понятия не имеешь, как она себя вела». Вера не знала, чем ей заняться. Идеи, как продвинуть расследование вперед, закончились уже к полудню. Всюду, куда только было возможно, она отправила запросы, сделала десятки звонков, как плодотворных, так и совершенно бесполезных, и теперь оставалось лишь ждать результатов. Она сидела за своим рабочим столом и пыталась сосредоточиться на чтении очередного исторического романа об интригах и кознях римских императоров и его окружения. Слова никак не хотели сплетаться в предложения, а те, в свою очередь, в сюжетные линии. Раскаленный офис все еще пах деревом. Какой-то умник посоветовал Паше позаботиться об интерьере для привлечения клиентов, и теперь клиентов привлекать нужно было хотя бы для того, чтобы отработать чертов паркет, который положили для привлечения клиентов. Замкнутый круг. Впрочем, чтобы в офисе вновь забила жизнь, такие нововведения не потребовались. Вера понимала, что стоит на кону. Если сейчас ничего не произойдет, если им не удастся раздобыть нужную запись, то, скорее всего, больше клиентов у них не будет. Поэтому она старалась как могла. Дело поглотило девушку не меньше, чем и самого Павла. Впервые им пришлось встретиться с чем-то подобным. Происходящее напоминало ей сюжет лихо закрученного детективного романа. Вера пыталась связать воедино нити, и у нее даже получался вполне интересный сюжет для очередного романа «Королевы детективов», одного из тех, которые Вера в свое время зачитывала до дыр. Оставалось лишь собрать всех участников конфликта и начать мусолить версии и гипотезы. Павел был более прагматичен. Ему нужен результат, а не гипотезы. И в этом его можно понять. Лукьянов требовал отчета, и сыщики просто должны были выкладывать что-то на стол. Перед своим отъездом Павел говорил с коллекционером на громкой связи в присутствии Веры. Клиент все версии Павла отбивал вопросами: «И как это нам поможет? Для чего нам это нужно?» Паша объяснял, что ответы помогут им в поисках, но коллекционера это не убеждало. Вере вдруг захотелось принять в расследовании непосредственное участие, выйти, наконец, из-за осточертевшего ей рабочего стола, из душного помещения и заняться делом. Павел уже предлагал Вере оперативную работу, но каждый раз что-то шло не так, ей приходилось оставаться за столом. Впоследствии же работы стало так мало, что они с трудом сводили концы с концами. Благо сейчас, во времена сотовой связи, компьютеров и интернета, она могла заниматься, помимо своей основной работы, которую загружал ее время от времени Павел, частными заказами, оформлением дизайнов интернет-сайтов. На освоение этого ремесла она потратила в свое время несколько лет и солидный куш. Тогда отец ее был еще жив, и деньги считать ей не приходилось. К Павлу она попала по объявлению, предвкушая интересную работу в паре с частным детективом. В то время его имя еще было на слуху. А как же? Герой-отец спасает дочь и жену, едва не потеряв жизнь в схватке с оголтелым психопатом. И сначала ей было действительно интересно, хоть громких дел, таких, о которых она грезила, у них не было. А потом все пошло кувырком. Образ супергероя, который нарисовало воображение, рассыпался, а дела агентства пошли не к черту. А может быть, все случилось в обратном порядке? Вера искренне надеялась, что нет. Благо сейчас у них появилась возможность встать на ноги. Вся загвоздка была в том, что Вера не знала, нужно ли ей радоваться временному оживлению. Стоит ли давать Павлу этот последний шанс? И что это в итоге изменит?
Заявление об уходе давно написано и покоится на дне выдвижной полки в рабочем столе. Она десятки раз перечитывала текст, написанный мелким шрифтом и требующий лишь ее подпись и даты. Сухой слог не говорил об истинных причинах ее ухода. О них Павел и сам должен догадываться. Вера просто не могла больше работать в подобных условиях. Она давно бы ушла, но не хотела бросать работу сейчас. Это было бы предательством. Да, глупо держаться за то, чего не существует. Ей нечего было предавать. Павел хоть и платил зарплату, но был на грани разорения. Вера это знала. Но даже не это стало причиной ее решения. Поступок Павла. Он использовал ее, когда нуждался во внимании и участии, а потом просто отговорился временной слабостью. Она ненавидела его за это. Она ненавидела себя за свое малодушие, но не могла бросить все. Из жалости старалась вести себя непринужденно, но с каждым днем это становилось все трудней и трудней. Паузы между фразами стали напряженными, случайные прикосновения заставляли Веру краснеть, словно старшеклассницу. Она знала, что и Павел переживает то же самое. Но почему же он ничего не делает? Почему остается в стороне? Каждое воскресенье девушка говорила себе, что если в течение следующей недели ничего не изменится, то она поставит дату и подпись и отдаст злосчастный лист Павлу. А потом будь что будет. Да, сгорит от стыда, да, не сможет смотреть в глаза, но сделает это хотя бы для того, чтобы он остановил ее, чтобы он... Помимо всего вышесказанного, была еще вполне материальная причина тому, почему она оставалась. Ее младший брат Олег. К сожалению, отец не успел вовремя позаботиться о будущем своих детей. Тяжелые травмы, полученные при аварии, оказались несовместимыми с жизнью. Отец почил, а дело его жизни поспешно перенял компаньон. Обливаясь слезами, он выделил детям своего друга смехотворную сумму на первое время и был таков. Олег пытался добиться справедливости посредством суда, но ничего хорошего из этой затеи не вышло. Поэтому, заняв у Веры ее часть, он неудачно вложился, да настолько неудачно, что в итоге мало того, что оставил без гроша семью, но еще и влез в долги. Новые судебные тяжбы не предвещали ничего хорошего. Вера к тому времени уже устроилась на работу к Павлу. Сыщик же, узнав о ее проблемах, попросил принести документы. Несколько дней он не выходил из кабинета и все-таки нашел зацепку, которая пусть и не спасла вложений, но позволила Олегу спокойно жить дальше, не думая о том, что же продать, дабы выбраться из сей ямы. Денег Павел за свою работу не потребовал и даже предупредил Веру, чтобы та никогда больше не начинала слезно благодарить его. С тех пор прошло немало лет. Вера работала с полной отдачей и, нужно признать, принесла сыскному агентству столько пользы, что, пожалуй, с лихвой покрыла свой Павлу долг. Именно поэтому она не решалась отдать заявление. Но терпение медленно подходило к концу. «Я помогу ему встать на ноги», — думала она, — «а потом уйду». Это не может продолжаться вечно. Если Паша решил поставить на своей личной жизни крест после неудачных отношений, то я в этом участвовать не собираюсь. Это последняя попытка все наладить. Нужно поставить точку в этих отношениях. Внести ясность. Я не смогу работать в таких условиях. Вечерело. Вера протерла пальцами усталые глаза и принялась массировать виски. Она услышала звуковой сигнал из динамика и посмотрела на монитор. Так и есть. Письмо. Вера открыла папку с входящими и улыбнулась. Марина Терентьева, девочка 9 лет, участвовавшая в съемках фильма, была жива. Снизу прилагался домашний адрес и телефон. Дальнейший текст заставил ее нахмуриться. Терентьева долгое время находилась в психиатрической лечебнице с диагнозом параноидальная шизофрения.